Всем привет, дорогие зрители и судьи портала sk2tv.ru. Меня зовут Андрей, он же Мадеш, и я хочу представить вам свое видео для попадания в фан-стримеры, собственно, sk2tv. Со мной сегодня Денис, привет. Здорово всем. Он мне будет сегодня помогать это делать, ну, записывать, вот. Играем мы в игрушку, которая называется Payday. Почему Андрей, немножко я переберу, убирай труп. А, да, я помню. Вот. Почему я выбрал именно эту игру? Потому что, мне кажется, она больше всего подходит для того, чтобы показать, что я хочу делать на своих стримах. А именно это играть в команде... Убивать, воровать, играть. Да-да-да-да-да. Нет, не знаю. Ну, нет, все-таки нет. Этого я не хочу, конечно, делать. Ну, если только в игрушках. Вот. Жизнь это страшно. За это сажают. Это плохо. Вот. Нет, я хочу на самом... То есть, ты не против, если бы не сажали? Ну, не знаю. Не, ну, слушай, ну... Я бы подумал, знаешь. Это плохо за это сажают. Норм. Да. Ну, что-то вроде того. Да нет, конечно. Иду, бегу. Ты где? Где? Блин. В тоннеле. В тоннеле. Слушай, тут парило, тут вообще люди ходят. Давай, убирай, чувака. Карты 5 нет, как делал. Блин, а вот это вообще вот плохо совсем. Почему ходят курить без карты? Ну, потому что... На рабочем месте ответственную вообще карту. Я не знаю. Ты, короче, меня перебил, я забыл, что я хотел сказать. Ладно, хотел сказать, что ты... А, почему я выбрал эту игру? Да, ты хочешь показать всем, что это плохо. Да, что плохо воровать. И за это сажают. Нет, просто на самом деле... Что, там кто-то есть? Там камера, я забыл про нее. Давай, грохнем. Блин, лучше бы ты сверху грохнул камеру, если честно. А так нет, нам пробежать. А так она меня может запалить почему-то. Так с другой стороны, через другой вход бы вошел, наверное. Это интересно, давай я бы поинтереснее сделаю. Чё? Ладно, хорошо. Надо мне как-то отмазаться, что ты пристал? Ну я понял, ты накосячил вот теперь. Ой, аккуратно, там, короче, чувак идет по улице. Чувак по улице идет, отойди. Ну на тебе. Нормально, все нормально. Да я убил его, не писайся. Я, кстати, не видел вообще его почему-то. Я его убил. Дверь заляпал. Ну, а что делать? Извини. Там уже детектор. Кто-то баба Зина теперь это будет убирать? Да. Баба Зине передам, как ты к труду относишься. Не волнуйся, я ей денег дам. Если все получится. Так, там камера. Отлично. Что у нас наверху осталось теперь? Блин, я всегда путаю присесть, короче, я там. Ты что, сломал там камеру? Да. О боже. А где мент-то еще один? Ну я не знаю, но судя по тому, что сломал камеру, он скоро будет где-то здесь. Ты уверен, что он вообще есть? Мы убили только двоих. Правильно? Одного лысого. Я его не вижу. Короче, я его не вижу, если что. Ну ты потыкай там мышкой. Да я уже потыкал, я уже бегу, короче. О, вот он здесь, около меня! Он около меня, Денис, быстрее беги ко мне. Он около меня. Он сейчас выйдет, наверное. Да нет, он, наверное, будет понимать, зачем выходить. Камера-то наверху сломал. А, ну давай. Молодец, убил. Хорош. Такие мы беспалевные черти вообще. На самом деле, это все фигня. Ты причем есть только тебя, должен карточку достать. Да вот мне интересно, сколько там народу в этой самой комнате. Мы всех охранников убили. Ну, пойду посмотрю. Ну, вообще, тебя запалили в прошлый раз вообще люди обыкновенные. Так я знаю, потому что... Почему? У тебя же ГОСТ стоялся, может, скилл какой-то там не вбит у тебя? Нет, у меня все вбито. Да, это уже все нормально было. Слушай, ну я могу попробовать еще раз пробежать, но потому что по-другому никак не получится. Тут по-другому никак. Ну только либо наморать опять и через крики ор это делать. А где у нас находится, кстати, банковская ячейка? Вот здесь, около меня. Тут вообще все близко. Я не вижу, ну ладно. Ладно, давай, короче, я не пробегать? Знаю. Пробегай, если что, кричи, буду я забегать. Ты иди тогда к той двери. К той двери, иди к дальней. Блин, там закрыто, короче, у них. А нет, не закрыто. Да, там нормально, давай, иди быстрее, время тикает. Давай, короче. Давай, раз. Там камера. Там камера. Как я тебя там здесь бегу? Ну давай, если что. Да нет, ты внутрь ты не заходи. Просто если что. Давай, раз, два, три. Поехали.
Офигеть, они сразу меня засекли. Свяжи их, свяжи их, свяжи. Да подожди, подожди, ну свяжи, свяжи. Слушай, а все тихо. Да-да, свяжи, свяжи, свяжи их. У меня только две, тут их трое. Блин, я сейчас подбегу. Слушай, погоди, тихо. Вообще все огонь. Что, они сейчас поменяли систему какую-то, видать? Блин, давай, сейчас все вообще огонь получается. Блин, может их убить, а? Не-не-не. Они палевно лежат, но с улицы могут увидеть. Давай, иди открывай, всё. Бывает там копа внутри лучше. Ты свяжи сначала. Я связал. Все, давай. Давай, иди, отвечай, отвечай. Да встань ты. Я за дрелью пошел. Блин, давай, бегом. Теперь, короче, знаешь что? Самое главное, чтобы они дрель не услышали. Угу. Все, ответил? Ну да, мне сказал, типа, next time alarm включу, все дела. Так. Они услышат, мы с тобой так уже пилили. Ну все, тихо. Мы вообще пилили в прошлый раз, когда тут люди... Ну да, 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 это было. Yes! Ну норм, что, все, да. Слушай, вообще все огонь прошло. 53 секунды, правда, ждать. Ну, слушай, мы управились с тобой за 7 минут. На самом деле, сейчас мы еще вскроем, мы еще успеем даже миссию пройти. И на самом деле, все получилось очень даже хорошо. И обидно, что с нами не было Виталика, которого мы уже ждем. Бог знает сколько времени. Не стреляй, ну Денис, что ты делаешь? Там, кстати, люди в этой комнате еще есть. Да, я вижу. Угу. Вот. Ну ладно, у нас есть теперь время поболтать насчет этих, ну, насчет ЧСК-2 ТВ и почему, собственно, я хочу все это сделать. В общем, хочу я сделать, ну, как и все остальные, наверное, стримеры для, ну, как хобби, наверное, больше. Ну и понятное дело, что я играю в игрушки, играю с друзьями как раз, и хочу показывать это людям. Например, вот такие вот хардкоровые... Ну да, хардкорные эти миссии, прохождения в таком стиле. Вот. Ну, а если все получится хорошо и меня возьмут фан-стримеры, то тогда уже, может, будем договариваться как раз со зрителями, с другими стримерами. И играть во что-нибудь. Играю в разные игры, там, начиная от того же Battlefield'а, 3-го, 4-го, там, заканчивая, не знаю, World of Warcraft. Вот. Ну, все в таком духе. То есть, один я играть не люблю, да. Играю в StarCraft 2, ну, тоже, опять же, там, 2 на 2, 3 на 3. Вот. Нет, во что мы еще играем? Я уже не помню. За ценник я поставил. Да я вижу, да. Давай, чини ее. Чини, чини, ну. Да я чиню уже, чё ты. А, у тебя идет? Денис, во что мы еще играем с тобой? А, в Rust мы играем, во. Кстати, там новый патч вышел, это будет тоже интересно. Надо будет зайти туда как-нибудь. Во. А, в Ку-ку. Ку-ку. О, Виталик, здравствуй, подожди. Ку-ку, мой мальчик. Короче, ты опоздал, мы уже все сделали без тебя. Чёрт. Только я тебя прошу, давай без громких слов, потому что мы на стриме. Я понял, хорошо. Денис, хватит стрелять, ну пожалуйста. Я вам как-нибудь помочь вот смогу, или мне пойти пока что-нибудь поделать? А ты попробуй, кстати, заинвайтиться. Ну-ка, давай попробуем тебя заинвайтить, посмотрим, что этого получится. Блин, ну только не. А давай... ты почему-то не в сети. Был в сети последний раз 16 дней назад. А да. Это бывает такое, кстати, это Steam. В Steam или где? В Steam. Ну, такое может быть, я там давно не был очень. Так ты зайди, я тебя попробую заинвайтить, я тебя к этому веду. А, ну я да, понимаю. Кстати. Так я вот захожу, чё. Ну, давай. Мне кажется, Рик громко так говорит, или мне кажется. Слушай, на самом деле, да, громковато, но более-менее. Они с тобой, он почти орёт, я бы сказал. Я? То он тихо, то он громко. Я сейчас потише чуть-чуть сделаю. Давай. Я тебе скинул приглашение, попробуй. Еще раз кинь. Я чиню. А, не, все. Загрузить обновление или запустить сейчас. А вы с обновлением играете? Ну, естественно. Ну, да, там по-другому никак, он тебе не даст просто. Да. Шикарно. Обновляй. Ну. Знаешь, что я думаю? Я вот стреляю в эту кнопку, паник. Ну не надо в нее стрелять. Ничего не срабатывает. Как? Может, его бомб надо ее открыть как-то?
А может не надо вообще к ней подходить, а? Как-то же они нажимают Ну, ее. наверное, как-то нажимают. Я не знаю. Так, у нас еще что? А, вот так, наверное. Сейчас прикинь, нажмется. Я тебя там убью. Честно. Так, а где, кстати, машина? Вот что надо еще узнать. Так, тут машины нет. Ага, я вижу. Ой, ё-моё, слушай, нам вообще... Нам главному входу надо. Машина. Да мы по сумочке возьмем, все равно сейчас Шевитарик присоединится. Ну да. Он два раза облажается, мы им два раза заново начинать, поэтому... Слушай, ну в принципе, на самом деле... Посмотрим, что-то получится. Это был, это был... Слушай, ну тогда в прошлый раз, да, это было ужасно. Это был добрый троллинг. Ну да. Но все равно, в прошлый раз это было вообще очень раздражающе, когда два раза подряд просто на сухом месте. На пустом, не на сухом. Меня дернул. На сухое. На пустом месте просто мы фейлили. Было печально. Так, кто тут? Кто тут? Нет, он ушел, наверное. Он обновляется. Чтобы понять душ, обновиться. Да-да-да. Прикольно так поставил тут штуку. Угу. Интересно, когда откроется дверь, эта штука пропадет. Я хочу посмотреть, что будет дальше. Офигеть, у меня вот, короче, очнулся. У меня обновление будет раскачиваться 120 дней. У тебя что за интернет, Виталик, скажи? Прикинь, 120 дней. Печально. Молчал. Да, главное, его спрашивают, Виталик, ты здесь такой, тишина. Когда здесь? Когда вы спрашивали? Когда... Это что, задаю глупые вопросы, получаю умные ответы? Да. Я потише сделал звук. Да при чем тут, Виталик, господи? Ой, ладно, все, замяли тему. Да, Виталик, без тебя было скучно. За такую прикольную игру, кстати. Блин, у меня 3 часа и 3 минуты. Что такое, толстое обновление, что ли? Да нет, слушай, успокойся, сейчас обновится. Обновление худое. Интернет у тебя русский. Очень широкий. Не русский. Приглашаю проверить. Так. Давай, 15 секунд. Ну так, и чё? Будет с моей аптечкой. Ну, вот. Упала просто. А дверь её не подвинула. Блин, тут закрыто! Видал, дверь её подвинула. Ничего не подвинула, вот она стоит. Слушай. Подвинула, да нет, она стояла ровно. Когда дверь открывалась, короче... Денис, короче, тут закрыто. Ну чё, ставь дверь. Ну, ставлю. Слушай, ну, короче, 15 минут мы не уложимся, поэтому, на самом деле... Это... В общем, ребят... Это ты к нам? Нет, не к вам. Я к зрителям и, опять же, судьям портала sk2tv.ru вращаюсь. Ну, в общем, вот такая вот игра. Я надеюсь, все-таки меня после этого ввода возьмут фан-стримеры, и мы будем продолжать уже проходить и тот же самый Payday, и другие миссии. Тоже будем стараться и как-то и хардкорово проходить, а на обычном уровне сложности. В общем, по-разному. Но уже со мной. Ну да, уже с тобой, естественно. Куда же мы без тебя? Куда же мы без тебя и твоего узкого интернета? Да. В общем... Приглашаю всех проверить мой узкий интернет. Ладно. Тихо. В общем, ребят, спасибо, что смотрели. Спасибо тебе, Денис, что помог. Спасибо, Виталик, что под конец пришел и присоединился к нашему огню. Прям полыхающего со своим узким интернетом. У меня остался 1:30. Отлично. В общем, ребят, всем спасибо, всем пока и удачи.